В первом видео я порекомендовал вам прочитать, как это работает. Соответственно, вот здесь вот вы можете видеть. Первое, что делается, зачисляется на ваш счет $100. Вы получаете 20% от прибыли. Для перехода на второй этап вам необходимо заработать всего $1. Я всегда рекомендую не быть азартным. По окончанию этого видео вы сможете заработать не 1, не $2, может быть 5, 10. Но тем не менее, я не рекомендую проявлять здесь азарт. Потому что в течение 2 недель вы заработаете $1. И следующим этапом вы получаете $500 от компании на ваш счет инвестиционный. Далее вы можете прочитать полный список правил, поэтому вам пригодится. Но одна из моих рекомендаций, это самое главное, не быть азартным. Заработали $1, оставили его заработанным и можете время от времени тренироваться на демо-счете. Потом вы получите $500. Соответственно, с суммой в $500 всегда легче обходиться. Гораздо больше прибыли вы будете получать. Следующий шаг $700 и следующий шаг $5000. Об этом вы все можете прочитать вот здесь, вот в полном списке правил. И вот в следующей части нашего видео я вам постараюсь рассказать в простой, доступной форме, как, не имея определенных знаний, получить через определенное время вот эти $5000, с которыми вы впоследствии сможете заработать гораздо больше. Для того, чтобы начать зарабатывать в этом проекте, надо для начала научиться открывать и закрывать ордера. В какой последовательности, как это будем делать, соответственно, я вам расскажу. Но для начала надо приготовить платформу. То есть берем любую пару, вот, EURUSD. Графики я предпочитаю белого цвета, кто-то предпочитает черного, то есть цвет графика вы можете сделать себе любой. Соответственно, открываете графики, свойства, выбираете цвет, кликаете ОК. И вот такой вот белый график у нас получается. Вы можете настроить его под себя, это для вашего удобства. Для меня это не играет сегодня роли, я буду показывать вам, как получить свой первый доллар, ну, а впоследствии 5 и более тысяч. А для того, чтобы ваша торговля была успешной, вам нужно будет еще зарегистрироваться на 2 сайтах, ссылочки на которые вы найдете под этим видео. Это очень грамотные и правильные помощники. Если ими правильно пользоваться, то вы практически всегда будете в прибыли. Итак, перейдя по ссылке, находящейся под этим видео, мы переходим на сайт etoro.com. И, соответственно, нам в нем надо зарегистрироваться. Сначала выбираем язык, кликаем «Бесплатная регистрация» и записываем имя пользователя. Тоже придумываем. Либо у вас есть постоянное имя. Указывайте адрес действующей электронной почты. Вот здесь пишется, это имя уже было задано. В следующем придумывайте пароль и пишите свой телефон. Кликайте «Я согласен» и кликайте «Войти». Также вы можете сделать это все либо через Facebook, либо через Twitter, если у вас там есть учетные записи. И вот мы зарегистрировались на сайте, где ведется статистика работы самых успешных трейдеров. Как работать с этой статистикой и чем она может вам помочь, я вам покажу в дальнейшем. Конечно, я рекомендую в дальнейшем полностью изучить этот сайт, но на первое время вам достаточно будет того, что я вам покажу. Мы поднимаемся наверх сайта. Вот здесь вот в шапочке кликаем «Веб-трейдер». Вот такая страничка с логином. Кликайте «Логин». И переходите вот на такую страничку. Здесь Explorer, дальше Trading Tools, кликайте. И вам для вашей дальнейшей успешной работы потребуется на первое время пока только вот эта табличка.
это действия трейдеров на сегодняшний день, что они делали, каким образом они выставили свои ордера. Проще всего взять вот здесь вот последний час, что делали трейдеры за последний час успешные. И вот меняется табличка. На сегодняшний день доллар имеет тенденцию к высокому росту. Из 100% трейдеров 92% поставили доллар иена на покупку. Соответственно, мы будем рассматривать пару евро-доллар. Большинство трейдеров поставило ее на продажу. Но лучше всегда пользоваться прогнозами, вот результатами вот этих прогнозов, именно там, где красненького практически нет. Например, английский фунт и японская иена практически на покупку в течение дня будет она идти. Либо, если вы ставите на продажу, то, соответственно, у вас должно быть здесь практически все красное. Далее мы переходим к следующей регистрации, которая необходима вам будет для успешной деятельности в этом проекте. То есть для успеха и получения хороших денег, хорошей прибыли. Ну и минимум получения 5000 долларов для вашей дальнейшей работы в этом проекте. Следующим шагом мы переходим на сайт, который тоже будет необходим вам в вашей работе. Сайт называется FXMoney. Если первая ссылочка будет называться «Прогноз успешных трейдеров», по которой вы перейдете, чтобы зарегистрироваться на предыдущем сайте, то здесь регистрироваться вам не придется, а ссылочка будет называться «Прогноз на графике». Заходим на этот сайт. Я уверен, что будет интересно даже почитать, что здесь. Кликните «Читать далее», «Моя торговая система». Здесь рассказывается именно о том, как открывать, закрывать сделки. Ну, это, я думаю, для людей, которые уже занимались трейдингом, им будет это тоже интересно. А те, кто не занимались трейдингом, вы для начала кликаем вот сюда, вот эту вот ссылочку, Forecaster, и скачиваем вот этот файл. Кликаем ОК. В папочке-проводнике находятся вот эти два файла. Именно два. То есть вы их берете, чтобы вам их не потерять, копируете, создаете какую-либо другую папочку, в нее вставляете вот эти скопированные файлы и сохраняете под тем именем, которое вам будет удобно и доступно для вашего понимания. Следующим шагом мы открываем ваш компьютер, папочка «Компьютер». Открываем диск C, папочку «Program Files». Далее у вас вот стоит ваша папочка, где находится MetaTrader, который мы скачали. Открываем этот MetaTrader. Открываем папочку «Experts». Дальше «Индикаторы». И вот сюда вставляем вот эти вот два файла. Файлы загружены, вот они стоят, эти два файла. Теперь мы закрываем вот эту папочку и открываете свою платформу с нашим графиком, например, евро USD, который мы подготовили уже для работы. Для того, чтобы видеть прогноз, вам нужно кликнуть вот сюда, где плюсик, пользовательский, и вот Forecaster, мы его скачали, теперь он здесь вот стоит. Кликаем на него. Кликаем ОК. И он вот здесь показывает. Для того, чтобы видеть весь прогноз, чтобы здесь видите только такой коротенький кусочек его, вам нужно зайти в графики, свойства, общие и смещение графика поставить. Кликайте ОК. Теперь вы видите, вот здесь сейчас идут торги, а вот это прогноз движения вот этой валютной пары евро-доллар на ближайшее будущее. Вот эти два прогноза вам очень пригодятся. А как с ними работать и что с ними дальше делать, это мы разберем в следующем видео.